you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на моем сервере Relax Roleplay. Сегодня расскажу, почему так долго не было новостей, что вообще с сервером, что с ним будет, какова его судьба и так далее. Короче, расскажу, что происходило неделю назад. Как вы помните, неделю назад я выложил пост о том, что буду делать. В том, что я буду делать, в принципе. Кстати, если будут какие-то недочеты, знаете, я как бы сам все делаю и еще не все доделал. Я только сегодня начал делать. Расскажу, почему именно только сегодня я начал этим заниматься. Неделю назад я был уже пост об этом, и в тот же день, точнее на следующий день, я начал всем заниматься. Я где-то часа 4 искал маппинг, хорошие скрипты и так далее, чтобы все это залить на сервер, сделать. Мне показал, в принципе, Артем все ушел с проекта. Он проект никакого, ну, не влияет на проект никак. Как бы он мне показал, как загружать маппинг и так далее. Ну, буквально за 10 минут я все научился, в принципе. И на протяжении где-то 2-3 часов я заливал новый маппинг, там скрипты пытался что-то делать. В итоге я все это сделал, залил на хостинг и нихуя не работал. Ну, конечно же, я расстроился, потому что, ну, буквально, сколько, 7-8 часов я потратил впустую, понимаете? У меня просто пропало желание что-либо делать. Но теперь я все равно, блин, решил делать все. У меня вернулись ко мне силы, так сказать, желания. И я буду сегодня, точнее, я уже пару плюшек сделал. В принципе, видели скриншоты в группе. Кстати, вот, надо будет останки загрузить. Обязательно. Останки на загрузим. Обязательно Монро мне маппинг скинул. У него Монро маппинг оставался. Видите, у него верхушки нету, но это все я загружу. Не переживайте, в принципе. Длинная будет серия, так что обязательно поставьте лайк. Просто ждите, чуваки. Базу данных, если что, я сохранил. Кто скрины скидывал, молодцы. Кто скрины своей статистики скидывал, тоже молодцы. Но я сохранил как бы базу данных, но я пытался ее сегодня залить, что-то не получалось. Но я с этим, может быть, разберусь. Но желательно, чтобы вы скрины сделали. Вроде бы сейчас база данных загружена, кстати. Я не помню. На самом деле, ну, ладно, ничего страшного. Давайте я покажу вам новый маппинг. Что же я сделал? Так, вот такая заправочка под мостом теперь будет у нас. Вот такая вот заправочка. Кстати, без мудпака просто как бы он не нужен. Здесь бизнес какой-то поставлю. Вот здесь у нас парковочка. Парковочка для машин будет. В принципе, нормально, я думаю. Согласны? Думаю, согласны. Что ж, поехали дальше. Сейчас еще покажу. Говорю сразу, это где-то процентов 20 я всего лишь сделал. Из всего, что я хочу. Какие планы? Я подниму цены на бизнес, на машины, потому что когда были... Вот цены очень маленькие, но бизнес за 500 тысяч можно купить, реально. Самая дорогая машина, сколько там, 10 лямов где-то стоит. Поэтому я подниму цены на машины, на бизнес, и не знаю, как я это сделаю, но как-то сделаю. Я просто не знаю, как это делается, но, по-моему, как-то через... Как-то делается, короче. Кстати, вот видите, новый маппинг сделал, вот такие переезды будут. Я думаю, это будет поинтереснее маппинг, чем тот был. От того сильно лагало. Если Монро смотрит, то без обид. Но вот этот я удалил. Потому что реально сильно лагало. Сильно прям лагало. Рублевку я удалил. Рублевку я удалил, как вы можете заметить. Но она какая-то лагучая была. А это что такое? Что это такое? Что-то я не понимаю. Я один не понимаю, что это такое. Так. Ну-ка, мне интересно, что это за бред. Ну, это я удалю, наверное, как-то. Ну, блин, этого не должно было быть. Просто я только что делал и залил. Ну, это я уберу, в принципе. Ладно, не переживайте, это я уберу. Сделал вот такую дорогу, добавил. Она ведет даже за массой и до батарея ведет. Как бы такая вот длинная дорожка. Я постепенно буду все делать. Я не могу точно сказать, когда я все это делаю, чуваки. Потом буду расставлять просто бизнесы, дома. Буду расставлять по всей карте. Ну, почти по всей карте. Везде все расставлю. Потом уже, когда я все это делаю, когда я все расставлю, тогда уже будет все нормально. Тогда все, я буду спокоен. И все будет хорошо, эта дорога в батарею ведет, если что. Ну, думаю, вы где-то видели этот мост, он где-то был, по-моему. Я не помню, честно, не помню, какой сервер, но где-то я этот мост видел.
Ну, в принципе, мне все равно, мне он нравится. Здесь у нас в конце идет с двух сторон заправки. Они будут тоже работать. Как бы все будет нормалек. Они тоже будут работать. Все будет функционировать, так сказать. Ну, та хрень, я не понимаю, откуда взялась. Но в любом случае я ее удалю. Как-то. Как-то обязательно удалю. Поехали, сейчас покажу еще маппинг. По-моему, я мост добавил. Сейчас повернем и заодно посмотрим, я мост добавил или нет. Потому что у нас не было здесь моста. И я вроде бы как должен был его добавить, но, видимо... А, вот, добавил, да. Вот, видите, мост. Ну и 24 на 7 тут стоит как раз. И мостик с фонариками. Заебись? Заебись. Согласитесь. Деревья стоят, хотя они, по-моему, и были. Но я точно не помню. Так, здесь у нас дальше идет рублевка. Сейчас я вам ее покажу. Как бы я все сам делаю, поэтому так долго, возможно, и так далее. Но самому мне как-то надежнее делать. Мне многие писали, типа, давай я. Но нет, я лучше сам буду все делать. Вот такая рублевка. Вы, конечно, рублевка не очень, но... Ну, гаражики есть, зато... Неплохая рублевочка. Думаю, лишней не будет. Думаю, лишняя эта рублевочка не будет. Вот, совсем не будет лишней. Так, давайте теперь покажу вам, поедем дальше, покажу вам, что у нас дальше вообще идет. Тут у нас просто трасса идет обычная, и тут ничего такого нету вроде бы как. Я ничего не добавлял. Как бы все я делаю сам. Хоть кстати, я платил, если что. Как бы стараюсь чего-то как могу. Но думаю, блин, я довольно-таки неплохо справляюсь. Думаю, вы сами, в принципе, видите то, что я делаю. Работа идет. Ту хуйню бы убрать какую-то непонятную, какая была. Не знаю, откуда она взялась на самом деле, но как-то надо будет ее убрать. Возможно, из-за того, что я рублевку брал, хотя хрен знает. Заправка это была, в принципе, вы ее видели. Ничего показывать не надо. Дальше, сейчас покажу, что дальше добавили. Точнее, я добавил. А то я привык, что, пацаны, не я все делаю, а кто-то за меня. А теперь хуюшки. Я теперь должен все делать. Как бы все ушли с проекта, я остался. Как бы я основатель, и я должен все делать. В принципе, это понятно. Сейчас мы почти доехали уже. Кстати, на пляже маппинг, кажется, есть. Я и не знал. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Так. Вот, видите, деревья добавили. Вот еще одна заправка стоит. Вот, там тоже магазинчик будет стоять. Вот еще одна заправка. Как бы, если что. Ну, думаю, прикольно выглядит. На самом-то деле. Заправочка. Так, кто там? А, никто на сервер не заходит. Как бы сервер сейчас не под паролем. Я просто не в курсе, как пароль ставить. Я пытался ставить, но... Почему-то он не ставится. Хз, почему? Ну, в принципе, ладно. Ничего страшного. Думаю, в этом нету. Вот здесь добавили такой проезд. Думаю, раньше был другой проезд, но думаю, этот поинтереснее будет. Здесь УПГ, в принципе, вы это видели. Ну, я вам показал все, что я за сегодня сделал. Но все будет делаться постепенно, я думаю, все будет нормально. Так что, в принципе, ставьте лайки, подписывайтесь, чем могу сказать. За группой следите, за каналом. И все будет заебись. Вот, кстати, дорога идет к Анашану теперь, отсюда. Мне нравится дорога, мне нормально. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сирайте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.